До інших новин. У Белорусском республиканском союзе молоді пополнение. В межах республиканской акции «Мы, громадяне Беларуси» у Баранвичах урочисто примали наученцев колледжев и школ города у шереги самой массовой молодежной громадской организации Беларуси. Музей рыцарев Пятого океана. Так сами военные называют гэты покой. Владимир Карват, Александр Марфицкий, Александр Журавлевич, Сергей Коваленко, Александр Жигайло. Их имены ведает вся краина. Ценой своих жителей яны выратовали сотни чужих. У музея собрано шмат цікавых экспонатов. Тут фотоздымки, документы, особистые речи, узнагороды славутых летчиков. Менавіта тут отбылась урочистая церемония уручения членских билетов БРСМ. Место проведения выбрано не случайно. Дело в том, что это наш патриотический праздник, это гражданский праздник, праздник, который должен праздновать каждый гражданин нашей Республики Беларусь. И место мы это выбрали, потому что именно это место связано с символом первого героя Республики Беларусь. И дабы привить нашей молодежи вот это чувство патриотизма, героизма, чтобы они в дальнейшем стремились становиться героями нашей Беларуси, работать во благо Беларуси, учиться во благо Беларуси. Именно здесь мы проводим сегодня акцию по торжественному вручению Конституции и принятию в ряды БРСМ. Это очень символично, потому что, ну кто как не мы, сейчас, вот видите, такая неспокойная обстановка, все смотрим телевизор, можем объяснить, направить наше молодое поколение, ну как любить Родину, как защищать ее. И замечательно, что вот в эти дни мы принимаем в БРСМ молодежь. 18 новеньких билетов члены Белорусского республиканского союза молоди нашли своих господаров. Но то, каким зместом наполнятся эти документы, залежит от будущих справ их уладальников. Наталья Василевская, Катерина Страха, Юрий Титов. Областные новины, Барановичи.